Всем привет! И сегодня я хочу рассказать и показать об удобствах и устройстве эргономики кабины из моего трактора Фергизон. Ну, пожалуй, я начну с улицы. Что я хочу показать на улице? Хочу показать про крылья. На первый взгляд кажется, то, что затруднение проходить к трактору, смотреть каждое утро масло, ну и обслуживать его, то на такой случай крылья отодвигаются. Рукой можно протиснуться. Следующее. Для муфты и для гидра оборудование разного. Также имеются кнопки управления передней навески с улицы. Если надо, для удобства поднимать или опустить. Это крыло то же самое. Отодвигается у нас. Вместо жабака мало. Отодвигаете и проходите к трактору. Масло проверить. Сзади у нас то же самое. С двух сторон управление навеской. Также включение, отключение мощности. Сразу же сделал бачок под обратку. Гидравлические системы на передней навеске. Кстати, тоже установлен. Сейчас я вам покажу. Вот здесь он спрятан. Следующее, что стоит отметить, это же, конечно, сиденье. Сиденье на пневматической воздушной подушке. Куча настроек. Отдельно выдвигается седалище, подпорки под ноги. Кресло само вперед-назад двигается. То есть можно выдвинуть эту вот опору посильную. Спинка выдвижная. Можно регулировать подброс. Дальше имеется подогрев сиденья, регулировки жесткости и вылета спинки. Сиденье крутится лево-вправо. Плавающие режимы. Вперед-назад, как сказал. Вес регулируется. Также имеется дополнительное сиденье для помощника, если что. Она убирается. Дальше куча всяких резиночек. Вот видите, для бутылок. Имеется холодильник, который охлаждается от кондиционера. Магнитофон фирменный на сей Фергюсон, видно, с блютусом, подключением отвечает вызовы телефона. Следующее — это удобное управление джойстиками. Ну да, я про них отдельно потом расскажу, там много чего можно рассказать.
про регулировки руля. Руль у нас регулируется как по вертикали, так и по вылету. Можно на себя, вверх-вниз. От себя убирай. Открываются все окна абсолютно. Двери. Две открываются. Куча разнообразных розеток. Вот у меня заряжается телефон здесь. Куча всяких розеток. И здесь еще розетка есть. Все очень удобно. Пульты управления. Это я отдельно буду снимать, показывать вам. Спасибо всем за внимание и не забываем подписываться на мой канал.